Всех приветствую. В прошлом году мы с мужем сделали теплицу. И вот спустя год хочу показать, кто живет у меня в этой тепличке. Ну, здесь марантовые и ароидные некоторые, которым нужна повышенная влажность. Ну вот. Вот. Зебринка у меня здесь. Маранты у меня тут. Такие колотушки. Меланохризум филю, антуриум барокко, розовый дракон алаказия, медальон калатея, антуриум регал, сильвер бланш, хрустальный, монстера тайское созвездие, антуриум сирих, алаказии тут у меня есть, вот блэк вельвет, мела, шкура дракона здесь у меня. Тессинуата. Такая вот. Тут некоторые колотейки. Это электрик шок. После переезда в новую квартиру некоторым растениям было плоховато, потому что у меня влажность в квартире 35%, не выше, по сравнению с прежними. У меня раньше было 60, не ниже, а в квартире 35 теперь. И мне пришлось соорудить для них вот такие теплицы. Ну вот, это верхняя полка. Тут папоротник у меня растет еще. Ну, вот так вот. Верхняя полка вот открыла теплицу, зебринка уже свернула. Вообще, я ее пересадила, поэтому она у меня на верхней полке стоит, где более повышенная влажность. Вообще, колоты у меня все пониже стоят. Переходим вниз. Это нижний ярус, вторая полочка у меня. Вот тут колотеи, которым было особо тяжко после переезда в квартиру. Поэтому приходится... Ну, тут одна часть для продажи стоят, а часть моих, которым пришлось по новой расти. Потому что сложно им было пережить и адаптироваться. Так, внизу тоже колотеи у меня. Вот, открыла, уже поскручивали. Надо закрывать их. Так. Вот это бородавчатый. Я его уже черенковала, оставила верхние крупные листы, которые уже более крупные, потому что я его растила 2,5 года до такого
размера, и нижняя часть была буквально с детки выращена, и нижние листы были совершенно крошечные, и выглядел он, конечно, высоко, уже, наверное, в метра полтора, и безобразно выглядел. Я поэтому его черенковала и пересадила по новой. Так, Вайстар тут. Там кто у нас? Макоя. Вайстар. Другой какой-то широкий лист. Не знаю, может быть, разновидность. Может, гибрид как новый. Эквадориана. Ну, вот так вот. Так. Хелен. Все, надо закрыть их. Я чуть-чуть на проветривание открываю, но тут просто если долго их держать открытыми, конечно, более тонкие начинают реагировать. Ну все. Всем хорошего настроения.